Это будет яркий праздник с чтением, песнями, танцами. А начнется все в пятницу, ровно в 12 в Национальной библиотеке имени Пушкина. О творчестве великого поэта 30 мастеров расскажут на языке музыки и театра, и даже художественного искусства. Это 10 мастер-классов с участием настоящих профессионалов. А эти мастер-классы связаны с абсолютно разными видами творчества, искусства. А так как театр и литература – это основные связующие нити фестиваля этого года, поэтому многое будет связано непосредственно с этим. Конечно же, будет отдельная площадка «Голос Пушкина». Там мы поговорим о творчестве Александра Сергеевича, о том, как сейчас смотрят на его творчество, что изучают с точки зрения филологических наук. О видах театрального искусства расскажут актеры и преподаватели. Для того, чтобы попасть на мастер-класс, нужно записаться заранее. Предупреждают сразу, гостей будет немного. Те, кто останутся дома, смогут открыть трансляцию на сайте Культура.РФ и социальных сетях. Завершится Пушкинский день презентации документального фильма «Темников». А 19 сентября фестиваль продолжится в Музыкальном театре имени Яушева. С Большим симфоническим оркестром покажем литературно-музыкальную композицию «Метель» по произведению Александра Сергеевича Пушкина в первом отделении. И во втором отделении, конечно, бессмертные просто произведения Пушкина на музыку Чайковского, Бородина, Рахманинова, да, будут исполнены нашими артистами арии, балетные партии, да, ведущими премьерами нашего театра, балетные труппы. От классики к музыке эстрадной. В 18 часов в театре для молодежи и не только выступят вокальные группы «Кружева» и «Диско». И этот концерт не обойдет стороной тему творчества Пушкина. Ирина Пятина, Денис Ноздрюхин, «Народные новости».